Во, ребята, на верховую сеть поймали. Вот это вот ези, а это лещи. Ези примерно килограммовые. Так, ребятки, произвел небольшую закладку лещей. Лещи такие вот. Не сильно-то и здоровые. Нормальные, короче, которых ловил. Сколько у нас тут хвостов? Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 хвостов, короче. В такой вот старый комод. Шифонер, блядь. Сейчас буду дымогенератор подсоединять и пробовать разжигать. Но щепка у меня сыроватая, хер знает как будет. Горелкой буду пробовать. Ждите дальнейший отчет. Сейчас веточки ломаем, загружаем сюда, разжигаем вот этой горелкой. Так, ребятки, газовая горелка дует, дым пошел. Одеваем крышку. Так, одели крышку. Подходим сюда. Здесь дымок заходит у нас, ребятки. Видите, как дым хуярит? Это от горелки. Сейчас закрываем. Нет, не будем пока закрывать. Сейчас буду включать компрессор. Выключаю горелку. Выключил горелку. Думаю, там уже нормально разгорелась пауза. Так, ребятки, подключил вот такой вот компрессор лодочный. Включаем. Включил. Теперь у нас хуярит вот так вот дым. Закрываем. Все, закрыли, ждем. Ждем буквально, сейчас скажу сколько. Можно сказать... Минуту. Я открою, покажу, сколько там дыма будет. Пауза. Минута прошла, открываем. Все тут закапчивается, вся хуйня. Выходит помаленьку дымок отсюда. Ну-ка сейчас проверим. Прошло ровно где-то, сейчас скажу, сколько времени. Прошло 2 минуты. Вот видите, все вот тут уже. Закопчение нормальное прямо. Дым охуенно держится. Закрываем. Теперь проверим, что у нас под крышкой. Есть ли дым? Не разжигал уже минут 5. Есть помаленечко тлеет. Есть помаленечко. Блять, не надо дрова мельчить, чтобы они проваливались сюда. Короче, я научил себе вот щепу. Вот это вот наломанные веточки, это все залито. Ножом строгаю щепочку, и получается дым вообще желтый. Вот смотрите, прям все полностью, все, вообще битком. Валит классный дым, блядь. Прошло 1,5 часа. Сейчас дымок весь выпущу. Посмотрим. Охуеть, дыма сколько. Можно сказать, еще не желтеет. Так, ребятки, продолжаю второй день копчения. Купил себе вот таких вот хуйнюшек. Вчера 3 пакета купил, ночью заебенил. 30 рублей стоит. Сегодня купил 6. Короче, до 3 часов ночи у меня полно засыпа. До 3 часов ночи вот столько вот осталось. Потом спать лег, проснулся, ну и веток накидал. Опилки сгорели, а ветки остались и потухло 6 часов утра. Вот сейчас, ну, 5 раз. Вот. Пока что опилки не засыпал, щепой хуярю своей. Ну, еще не готово до конца. Еще не ископтилось. Вот. Но уже желтеет, блядь.
Такие дела. С рыбки влага капает.